Добрый день, приветствую вас на моем канале и приглашаю вас сегодня посетить очень известную сеть в Германии магазинов Getränke. Это магазины, где продают напитки, вода, соки, пиво, ликероводочные. Ну, очень мало их встречается в этих магазинах, в основном алкоголь здесь самый большой — это пиво. Также есть небольшие отделы для автомобилистов, есть отделы для велосипедной продукции и всякая разная мелочь для повседневной жизни. Есть немножко даже техники. Давайте с вами посмотрим интересного. Цены, качество, что продают, что вообще есть. Давайте с вами посмотрим. И как вы видите, мы с вами сейчас в отделе для автомобилистов. Здесь дворники продаются, всякие маленькие запчасти, предохранители, небольшие лампочки, масло для автомобиля можно приобрести, аккумуляторы даже есть. Здесь продукция для велосипедистов. Вы знаете, что в Германии немцы очень любят ездить на велосипедах, и очень дорогие велосипеды продаются по стоимости автомобиля. И здесь вот разная продукция: камеры, колеса, сидушки для звоночки, очень много продукции, и цена здесь очень неплохая. И мы с вами переместились в отделы, где продаются пиво. Здесь пиво продается ящиками. Можно, конечно, купить бутылочку, но на ценниках, вы видите, это цены стоят за ящик. Вот такая марка пива Holstein. Ящик стоит 13,79. Пиво Radeberger стоит 15,99 за ящик. Пиво Beck's Gold 18 евро за ящик. Я помню, что в Украине тоже такое пиво продавалось. Наверное, сейчас тоже. И вот разнообразное пиво Berg стоит по 19 евро за ящик. Вот увидела здесь такой интересный холодильник, тоже продается. 400 евро, такого красивого красного цвета. Решила я вам показать. Также есть здесь отдел, где уценка, и все вот эти товары, что мы сейчас с вами будем смотреть, стоят по 1 евро. Давайте посмотрим, что за евро можно купить в Германии.
посуда, разные емкости для хранения, сыпучих, масла, канцтовары. Также есть гирлянды, оставшиеся, наверное, с праздников, тоже стоят по 1 евро. Также можно купить канцтовары, товары для дома, свечи, которые на батарейках, тоже такие есть в уценке по 1 евро. Очень-очень много всего, просто великое множество. Я вам засняла часть, но все равно давайте посмотрим. Здесь вот очень много тряпочек, такие вот для швабры. Разные тряпочки кухонные, очень хорошего качества. То есть выбор очень большой. Даже вот такая меламиновая губка есть в продаже. 3 штучки, 1 евро. Я видела ролики в интернете, что это прям чудо. Такой спонжик решила взять тоже. Такой вот был небольшой обзор сети магазинов Эдека, Гетренке в Германии. Это супермаркеты, которые продают напитки. Также есть немножко, как вы увидели, товаров для автомобилистов, для велосипедистов. Немножко есть техники, также разная мелочь для дома, для кухни. Поэтому, надеюсь, вам было интересно. Интересно посмотреть цены. Также очень интересно, что же в Германии можно купить за евро. Как вы увидели, что можно очень много чего купить за евро. Поэтому, надеюсь, вам понравилось. Хочу еще снять вам большой обзор магазина Эдека. Это очень большой супермаркет. Наверное, самый один из крупнейших. И мы с вами зайдем, посмотрим цены там на продукцию. До новых встреч. Спасибо. Не забывайте подписываться. Всем удачи. До новых встреч.